Приветствую вас. Смотрите, у вас, в принципе, несколько есть, как мне кажется, вариантов. Вот. Первый вариант — это физиологический, то есть решение проблемы медицинской вот, точки зрения, да, ну, каким-то способом, вот, наверное. Тут вам больше имеет смысл обратиться к медицинским специалистам, вот, потому что они, мне кажется, вам здесь больше помогут. А нужно смотреть на это с психологической точки зрения, с того, что у вас очень мощная требования к себе, вот, и, соответственно, ну, явно требования у вас к себе завышены, да, то есть, не знаю, согласны вы с этим или нет, но требования явно завышены, вот, и, соответственно, отношение к собственной, там, условно говоря, неидеальности у вас тоже, как мне кажется, ну, мягко говоря, может быть, не совсем корректно, да, вот, ну, то есть, в том смысле, что вот вы требуете от себя слишком многого, вероятно, вот, по крайней мере, моя идея заключается в этом. И, соответственно, смотреть, как мне кажется, вам нужно в сторону именно вот принятия себя, в сторону культивирования любви к себе, вот, а не то, как вот вы, например, делаете, допустим, ну, сейчас, да, что вот. Сейчас, если я там не выгляжу идеально, то как бы все там своему мужу я не нужна. Ну, то есть это, как мне кажется, повод задуматься о характере. О характере ваших отношений. Вот. Ну, то есть о том, какие отношения, как вы их выстраиваете. Вот. То есть я имею в виду именно вот, насколько они у вас качественные, насколько они у вас доверительные. Вот. И доверительны ли они у вас вообще, потому что, ну, вполне может быть, что не такие они у вас и доверительны. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, как-то корректировать, да, как-то вот уже корректировать ваше взаимодействие с мужем, например, и так далее. Вот. Конечно, при условии, если вы этого хотите, безусловно, то есть понятно, что если вы этого не хотите, то если вы, ну, стараетесь придерживаться вот такого взгляда на себя, вот, даже если этот взгляд откровенно вам мешает там словно быть собой, вот, даже если вам это мешает, то, ну, в таком случае, наверное, имеет смысл обратиться все-таки именно к специалисту медицинского, медицинскому специалисту, вот, как мне кажется.
Вот, в общем, обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы, по сути, не задаете вопрос свой, вот, то есть вы его не формулируете, свой вопрос, вот, а мне кажется, что это как раз очень важно, чтобы вы его сформулировали, чтобы вы сами для себя увидели то, чего вы хотите, вот, и какой конкретно аспект вам хочется проработать. Вот. Потому что можно двигаться, повторюсь, в разных направлениях. Вот. Ну, на мой взгляд, жить в таком напряжении нельзя, вот, как живете вы, да, на мой взгляд, нельзя жить в таком напряжении, потому что это очень, очень тяжело жить. Тяжело жить в таком напряжении. Вот, поэтому с этим можно что-то делать. Если вы, конечно, этого хотите, повторюсь. Вот. Ну вот. Наверное, такой ответ можно будет вам с точки зрения вот психологии, с точки зрения психотерапии предложить. То есть, ну, я не знаю, отдаете ли вы себе отчет в том, что у вас вот есть некоторые сложности с принятием себя, и дело в том, что то, что вы описываете, вполне нормально, вполне естественно, вот. Понятно, что неприятно, безусловно. Никто не говорит, что это вот самое лучшее, что ну, могло случаться, да, и так далее. То есть это на самом собой. Это понятно. Но то, что вы требуете от себя, это, конечно, вот вызывает некоторые вопросы. Вот как мне, по крайней мере, кажется. Поэтому смотрите сами. Вот, но я своей стороны думаю, что имеет смысл вам вот, смотреть именно вот в сторону, ну, в сторону работы над собственной самооценкой. Потому что в противном случае вы можете просто на самом деле перестать иметь возможность расслабиться. Вот. А ваша неуверенность в себе, да, она тоже как бы, ну, вряд ли идет на пользу вашим отношениям с мужем. Вот. Такая вот история. То есть, в принципе, я понимаю, что вы пришли в отношения уже с определенной позицией. Я понимаю, что вы пришли в отношения уже с определенной историей своей, вот, и что, может быть, менять ее эту историю вы не так, не сказать, чтобы хотели, не сказать, чтобы хотите, вот. Но мне кажется, что сделать это для себя вы вполне, ну, вполне можете, вполне возможно. Вот.
Auf das Ganze ist beschissen etwas. Das wird dann halt geschützt dauert, я, ну, надеюсь, справедливо предлагаю вам подумать в таком ключе, ну, что будет, например, с возрастом. То есть, когда возрастные изменения произойдут, или когда, ну, у мужа, например, что-то случится, да, то есть, это, как бы, наводит на мысль, что характер ваших взаимоотношений с мужем, да, именно характер взаимоотношений с мужем, может носить несколько такой, знаете, поверхностный тип, то есть у вас может быть поверхностный тип отношений. Это не обязательно плохо, вне всякого сомнения, это не обязательно плохо, вот, но это может, конечно, давать некоторую, некоторую тревожность, вот, ну, при взаимодействии с мужем, ну, с мужем, например, вот. Поэтому, что здесь делать, решать вам, как мне кажется. Вот я не хочу давать вам каких-то советов, таких прям вот конкретных, да, просто вот. Озвучил некоторые детали, которые мне казались важными. Вот. А дальше вы постарайтесь, наверное, сами решить эту ситуацию, да, и если решите поработать с самооценкой, да, например, то есть откуда у вас вот такие, допустим, себе требования, да, почему у вас такие требования к себе, вот, ну, ну, жесткие достаточно, я бы сказал, и так далее, вот. В принципе, вам можно вполне помочь, и можно вполне вашу сложность, ну, вот так, этот момент разрешить, и вы будете счастливее, спокойнее, да, и а муж ваш не будет, ну, тревожиться, вот, то есть все, в принципе, будет более-менее неплохо. Но для этого, повторюсь, нужно ваше желание. Вот. А я пока не очень понимаю, в каком направлении вы хотите. Хотите двигаться. Вот. Потому что, ну, ничего не пишете, не пишете же об этом. Вот. И, соответственно, в каком направлении двигаться не хотите, тоже не понял. Вот. То есть у вас эта ситуация травмирует в плане, ну, в плане вот стыда, в плане комфорта, да, вот, я вас понимаю, хорошо понимаю, вот, ну, опять же, с этим можно поработать, то есть помочь вам, вот, как раз травму прожить, да, помочь вам как раз таки
пройти через это нелегкое испытание, с которым вы столкнулись. Вот. И еще хотелось бы, конечно, отдельным таким вот пунктом, да, уточнить, что отношения с вашим мужем, вот, на мой скромный взгляд, надо бы переводить немножко на более такой уровень, на более высокий уровень доверия. Вот. То, что я бы хотел сказать. Готовы ли вы к этому или не готовы, это вопрос уже несколько другого плана, совершенно понятно, да? Вот, но тем не менее, мысли какие-то вам я свои озвучу. Вот. Это установка, что вы должны быть всегда идеально, она хорошая, как, ну, она хороша, как, знаете, некоторые ориентиры, она хороша, постановка. Вот. Как некий ориентир, да. Но вот как реальное требование к себе, на мой взгляд, не очень. На мой взгляд, не очень хорошо. Вот. Потому что есть большая вероятность того, что очень много ресурсов ваших будет на это тратиться, и в итоге просто не останется места для чего-то другого, да, там, для развития, для, собственно, проживания каких-то позитивных историй вашей жизни, ну наслаждения. Короче, не останется места для наслаждения. Для наслаждения жизни, для наслаждения, да. Условно говоря, друг другу. Вот. И мне кажется, что, ну, вряд ли вы этого хотите. Мне кажется, вряд ли вы к этому стремитесь. Вот. Поэтому подумайте, и подумайте, что хотите с этим делать, подумайте, что будете с этим делать. Вот. Если решите, значит, если решите получить помощь, да, вот, ну, например, вот, психологов, если решить больше помощи, то обращайтесь, я думаю, что с радостью мы вам поможем, с радостью поможем вам решить ваши трудности, вот, какими бы они ни были. Понятно, что от вас потребуется некоторые усилия, вот, это очевидно, что потребуется некоторые усилия, вот, но, по крайней мере, вы будете чувствовать себя более свободно, чем сейчас. Сейчас вы, ну, по сути, живете в страхе, вот, по сути, сейчас вы живете в постоянном стрессе. Вот, и мне кажется, что
как-то очень изматывает. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Вот. Так что хотелось бы, конечно, вам помочь. Хотелось бы, конечно, решить ваши проблемы. Вот. Ну, другой вопрос. Хотите ли вы это, да? Потому что вполне вероятно, что он... Нет. Вполне вероятно, что вам будет страшно. С другой стороны, даже страхи, психолог может вам помочь. Ну, если будет такая вот потребность у вас, опять же. Вот. Поэтому какой-то вот такой получился ответ. Вот, надеюсь, вам это было полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, да. Поможет вам начать работу над собой, это поможет вам продвинуться вперед, вот, ну, в восприятии себя, скажем так. Вот, ну, а дальше уже все зависит от вас, от вашего желания, от того, хотите ли вы что-то менять или нет в своей жизни. Вот. Желаю вам удачи. Желаю вам всего самого доброго. Вот. Будем на связи. Не забывайте про себя.